Итак, друзья, перед вами чемпионский поединок по тяжеловесовой категории 93 килограмма. Разрешите мне представить спортсменов. В синем углу возраст бойца 20 лет, рост 186 сантиметров и его вес 93 килограмма. Его профессиональный рекорд. Одна победа и одно поражение. Представляет клуб ММА Центр Украины. Харьков, Украина, синий угол, Денис Андалу. Его соперник в красном углу. Возраст бойца 21 год. Рост 185 сантиметров, вес 93 килограмма. Его профессиональный рекорд. Одна победа без поражений. Представляет клуб «Рот». Москва, красный угол, Михаил Дагов. Формула боя 3 раунда по 5 минут. Бойцы на середину. Бой, вы знаете правила, не нарушайте, внимательно слушайте мои команды, покажите красивый и честный бой, пожали руки. Первый титульный поединок вечера. Мы можем сделать громче.
Он не дышит, нужно добивать его! Работай сам! Это номера!
Итак, друзья, в этом поединке титул на бою в категории 93 килограмма единогласным решением судей победу одержал боец, представляющий Красный угол, Михаил Тарабов! Ваши аплодисменты! И заслуженное награждение победителя под громкие овации зала! Итак, друзья, еще раз наш чемпион по тяжелому весу Михаил Тарабов! Ну а также аплодисменты его сопернику Денису Акбалу. Провожаем первых чемпионов наших. Да, и, конечно же, фото на память. Друзья, под ваши аплодисменты! Друзья, помимо наших отважных соперников, в октагоне бывший боец UFC, а ныне боец промоутерской компании Fight Nights, Никита Крылов, ваши аплодисменты!